Батона Тамас, я вам еще раз объясняю, сил больше нет. Конечно, у лекарства не будет эффекта на фоне приема алкоголя. Ни в коем случае. Ни в коем случае пить нельзя. Что? Большое спасибо, что пьете за мое здоровье. Спасибо. Ладно. 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 Ужас. Я сейчас с ума сойду. Вот почему, когда Шалва дома, у нас одновременно включены и телевизоры, и кондиционеры, и вентиляторы, и утюг, и холодильник. Не понимаю. Я с ума сойду скоро. Нина, при чем здесь мой отец? Если выключить холодильник, ведь еда испортится. Ладно, а все остальное? Что ты привязалась к остальному? Я тебе про холодильник говорю. Где Ника? Пошел в пивной бар с ребятами. С ребятами пошел. Ну, наверное, у него были дела, Мариам. Да, ты права. Ника же не пойдет в бар, чтобы просто выпить пиво. Итак, отсчет времени пошел. Вот-вот. Что он и считает? Домой зайти не успела. Что происходит? Проходите. Добрый вечер. Добрый вечер. Проходите. Простите за беспокойство, но я очень обижена на вашего ребенка. Ребенка? Простите, у нас нет ребенка. А кто, кроме ребенка, может привязать на хвост моим кошке консервную банку? Бедная весь вечер в ужасе бегает. Мы никак не можем ее поймать. Нет, ну что, клянусь вам, у нас нет детей. Мариам, родная, не скрывай. У нас есть ребенок. Шако. Кто? Прошу вас, чтобы этого больше не повторялось. Обещаем не повториться. Пожалуйста, поверьте мне, у нас нет детей. Она шутит, правда. Батону Шалва. Шако. Папа. Только не говорите мне, что вы наказали кошку за то, что она съела вашу любимую мышь. Нино, ты же знаешь моего отца. Он как ребенок. Что значит ребенок? Вы меня еще в угол поставьте. Вы и так вечно в углу стоите, вот в этом самом. В чем дело? Ой, в чем дело? Ой, пожарные, скорые. Молодцы, ребята, 3 минуты 46 секунд. И патруль, все вместе приехали. Дотошили! Ой, вот и скорая, и даже пожарная. Вот я посчитал, 3 минуты 46 секунд. Молодцы, ребята. Боже, что происходит? Какие 3 минуты 46 секунд, Батуно Шалва? Папа! Я их вызвал. Что? У меня было маленькое недоразумение с Даташвили, и он так разозлился, что я подумал, как бы он ничего не натворил. Жену не убил бы на почве ревности или дом не спалил. Вот поэтому я всех сразу и вызвал. И скорую, и полицию, и пожарную команду. Кто это такое, папа? Я не знаю, когда Ника придет домой, но я должна серьезно поговорить с вами. Невозможно уже. Понятно. Я провинился. Меня следует наказать. Пойду встану в угол. Что ты говоришь? Что он натворил, ты представляешь? Он даже поспорил с Нино. И причем так феерично поспорил. Не знаю, что делать с ним, не знаю. Может, в пансионат его отправить, а? Что? Что с тобой, Ника? В какой пансионат? Жалко ее. В конце концов, она твоя родная сестра. Какая родная? Я о Шалве говорю. Что? Моего отца? Да ты что? Что ты хочешь, чтобы я своего отца отдала в пансионат? Если ты меня любишь и уважаешь, ты не будешь сметь так говорить о моем отце. Да что с тобой такое? Ну, не сердись ты. А вот, между прочим, им там будет интересно. Замолчи. А что такое? Там его ровесники будут. Захочет есть – столовая там же. Захочет провести, к примеру, концерт – пожалуйста, сцена есть. Еще тренажер есть на случай, если ему вздумается выплеснуть энергию. Захочет домой –
Охрана на чеку. Ага, понятно. Тебе эту идею Нино, наверное, поддала, да? Да при чем здесь Нино? Я не знаю, что делать. Соседи взбунтовались. Нет, это невозможно. Запереть там в маленькой комнате, когда здесь у него такой большой прекрасный дом. Ну не жалко же его. Представь себе. Вот, пока он еще прекрасный, надо отправить его в пансионат. Оставь меня, я с тобой не разговариваю, не смей со мной говорить. И вообще отстань. Мари, между прочим, сегодня я не устал. Отстань. Отстань, говорю. Повторяю. Сегодня я в ударе. Вот. Отстань, это мне неинтересно. И что? И для этого тебе понадобился пансионат, да? Доброе утро, Нина. А где жила? Не знаю. Он уже позавтракал? А? Выходит, да. Да? Нино, мы тут с Мари решили отдать Шалву в пансионат. Ой, я как-то странно выражаю свою радость. Ты не шутишь? Нет. А это удобно? Что скажут соседи? Да, ты права. Они не перестанут нас благословлять. Не знаю. Знаешь, в чем дело? Это вам с Мари решать. Но если вам это удастся, из моих невыполненных желаний останется только посетить Париж. И когда же вы собираетесь это сделать? Завтра. Завтра отвезете? Завтра собираемся поставить его в известность. О, тогда я подожду. И как только его отвезете, вынесу в кредит утюг, фен, миксер, стиральную машину. И не знаю, что еще. Я весь магазин скуплю. Весь магазин. И вот сюда поставлю. Ника, я думала, ты пошутил вчера. Ты что, серьезно думаешь отправить моего отца в пансионат? Да, я не шутил. Что с тобой? Что мой папа будет делать в пансионате для престарелых? Он полон энергии. Ты права, Мариам. Надо его в лагерь патриотов отправить. А как вы собираетесь его уговорить? Мне интересно. Интересно, вот как вам это удастся? Вот ты его и уговоришь. А как вы меня уговорите? Мариам, дорогая, я согласна с мнением, что родители должны жить отдельно. В самом деле, родители должны жить отдельно. Может, супругам из заловки захочется побыть одним? А? Безусловно. Хватит уже. Я против. Договоримся об одном. Мы обязательно должны дать ему слово, что будем его навещать. Я же не брошу тестя в пансионате. Ну, разумеется. Только будем навещать его даже раз в год, на 15 минут. Немного? Многовато, да? А? Ни в коем случае. Папа туда не пойдет. Это нарушение прав и издевательство над престарелым. Да какое нарушение? В том пансионате живет 70 стариков. Вот об этих 70 идет речь. Приезд Шалвы это и в самом деле нарушит их права. Знаешь что, ему там будет лучше. Он развлечется, будет проводить время, расскажет всем свои истории, которые мы уже на зубок знаем. Все его полюбят. Все. Вот старики и особенно старушки. А я боюсь, как бы он не почувствовал себя униженным. Кто, Шалва? Я думаю, что наоборот, скоро этому пансионату присвоит имя Шалвы Рабули. Вот так вот. А все-таки мы будем по нем скучать. Да, конечно. Еще бы. Ты будешь скучать. И я. И Нино. И особенно холодильник будет по нем скучать. Ладно уже.
Пошли на работу. Что ж делать? Да, я тоже опаздываю уже. Что еще? Я отвезу тебя, Мари. Никуша. Да. Хороший пансионат подберите, чтобы я не нервничала. Главное, чтобы Шалве понравилось там. А то он вернется обратно. Такие одноцветные люди живут в этом Тбилиси. Никакого креатива. Вчера все были одеты в один цвет. Правда? Да. Только на мне была розовая майка, юбка в горошек и зеленые балетки. Вся панихида смотрела только на меня. Лиззи, представь, что я, которая никогда не верила в любовь с первого взгляда. Это ты говоришь? А что? Ну, не знаю. Вчера увидела в интернете и влюбилась. Иди покажу. Ой, какие классные. Как раз такие, как ты любишь. На низком каблуке, с узким голенищем, к тому же замша. Что рассматриваете, девочки? Ничего. Тата, смотри, вчера я купила новый телефон. Всю зарплату отдала. Красивый, правда? Поздравляю, очень хороший. На следующую зарплату заправишь счет, и он будет еще лучше. Та-та, отпустишь меня пораньше? О, что случилось? Куда ты идешь? На свидание. О, ты же вчера была. Да, ну может он сегодня придет. Ну, Лиза, не смейся надо мной. Я не смеюсь, я хочу научить тебя кое-чему, чтобы тебя парни любили. Ну, давай, учи. Ладно, пошли. Вот так. Слегка прищуренные глаза. Вот так, да. Взгляд сексуальный, немного на бочок. Да. И еще загадочная полуулыбка. Улыбка, Машо. Так. Ну, примерно. Давай потренируемся на Тате. Тата, ты молодой парень, а Машо постарается тебе понравиться. Давай, Машо. Что ты делаешь, слышишь? Ну, вообще-то у меня были дела, но если ты хочешь, я отложу и пойду с тобой к врачу, потому что в другое место таким лицом не ходят. Да ладно тебе, Тата. Что на этот раз произошло? Папе плохо, на дорогах пробки. Или будильник испортился? Как тебе сказать, Тата? Пусть будет та версия, которая тебе удобней. Выбирай сама. Тата. Тат, вчера был один клиент, но ты же рано ушла вчера, а я допоздна работала. Потом транспорта не было, такси не ходила. Я пешком добралась домой. А, да, вот так шла по улице, одна совсем. Ну, в общем, этот клиент просил шить ему пиджак по типу какого-нибудь известного бренда. Тебя уже не было, я посоветовала ему Армани или Версачи. Что скажешь? Знаешь что? Лучше Версачи, потому что Армани еще жив. И если ты сошьешь такой пиджак, он подаст на тебя в суд. Мне кажется. Или ты не в настроении? Знаешь, Тата, наверное, мы отправим моего отца в пансионат. Куда-куда? Пансионат. В пансионат? Это который пансионат? Там Татьминда или в Дедубе? Правда? Это хорошо. Ты тоже радуешься? Тебе это чем мешал мой папа? Нет, мне это ничем. Но у твоих опозданий будет на одну причину меньше. Кстати, завтра утром я опоздаю. Что так? Надо же выяснить условия в этом пансионате и устроить отца. Хорошо, Мари. Заодно спроси о вакансии сиделки. Никогда не знаешь, когда может понадобиться. Да, Ника, да.
Хорошо, очень-очень хорошо. Тата, я побежала. Девочки, пока. Мари, ты куда? В пансионате появилась вакансия сиделки. Так что пора. До свидания. Вы понимаете, мы очень долго колебались, очень долго. Мы думали, нам было очень тяжело принять это решение, но в итоге подумали, в общем, мы хотим папу моей супруги... Да, пожалуйста, не проблема, мы с удовольствием примем нового жильца, тем более... что у нас счастливо живет множество стариков, и все они чувствуют себя комфортно. Этого не надо стесняться. Вот. Можно сегодня же привезти? Одну минуту. Вы знаете, нам очень интересны ваши условия. Какое у вас питание? У нас прекрасное питание. 4 раза в день. Завтрак, обед, ужин. И в 4-й раз. Очень хорошо, очень. Нам понравилось тут у вас. У вас такой красивый дворик, да-да. Деревья, кустики, конечно. Чистый воздух, птички. Да. Шепчет. Конечно. Разумеется, здесь почти не ходят машины. Ночью такая тишина, что можно услышать, как пролетает муха. А у нас дома наоборот. Ни мух не слышно, ни телевизора. Мы сами себя не слышим. Совершенно ни черта не слышно. Еще один вопрос. А можно, что я... Ну, чтобы мы приходили, чтобы повидать папу? Можно же? Конечно. Свидания разрешаются 2 раза в неделю, только по выходным. Некоторым это не нравится. Сами понимаете. Конечно, не понравится. 2 раза в неделю – это чересчур. Какое у него хобби? Чем он увлекается? Не скажете? Нами в основном. Между прочим, он стихи пишет, да. Вообще-то, у него 2 приза за поэзию. Прекрасно! Что может быть лучше? Принесите сюда эти призы, у нас есть почетный уголок. Правда? Не выйдет. К сожалению, 2 приза его заставили вернуть в тот же день. Одним словом, вы не переживайте, ваш тесть будет прекрасно себя чувствовать у нас. Мы проводим спортивные состязания, концерты. Да, честно говоря, я и сам немного играю. Что вы? Что вы? Вот, вот, волшебная свирель. Здесь я овладел ею. Особенно я люблю Эннио Морриконе. Однажды в Америке. Помните? Вот. Браво! Браво! Браво, я тронут. Такого точного исполнения я не слышал нигде. Да, даже мурашки по телу прошли. Точно, мурашки. Прям мурашки пошли. Вот прям. Да, у меня перед глазами прямо нудлс. Да, ты нудлс и твой папа. Если вас устраивают наши условия, мы можем сегодня же оформить все документы. Пожалуйста, мы довольны. Ладно, имя, фамилия. Шалвара Були. Милитонович. Вич. Возраст. 62. Хорошо, 62. Сделаем так. Оставьте номер вашего телефона и можете завтра же привозить сюда Батону Шалву. Вот это вот мой номер, а это номер психолога.
знаете, нет надобности, у нас свой психолог. Это понятно, но после моего тестя вашему психологу тоже понадобится психолог. Так вот это его номер. Пожалуйста, пользуйтесь. Хорошо, хорошо, хорошо. Дараджан, зайди, оформляй нового жильца. Ника, как ты думаешь, папе здесь понравится, а? Как ты думаешь? Ника. Вне всяких сомнений понравится. Да. Шалла. Знаете, мы тут подумали, что вам нужен покой, отдых, знаете ли. И еще вот это вот, это... Как вы меня напугали. Я уж подумал, что-то случилось. Да нет. Значит, отдых? Ну да. Вот это зять. Вот настоящий мужчина. Ух, молодец. А у Гурама что за зять? И сверкон, а не человек. Единственного тестя? Такого человека и взял и сдал в пансионат. А? Ты смотри, а? А? Да как он мог? У него ни стыда, ни совести. Папуля, у меня есть две хорошие новости для тебя. Одна хорошая, другая плохая. Говори уже, не стесняйся. Что ты стесняешься? Папа, мы с Никой были сегодня в Церуване, и там мы заехали в пансионат для престарелых. Такое красивое здание. Прекрасное место. Понятно. А хорошая новость, доченька? Дед Шалва, это и есть хорошая новость. Вот лично я, Батуна Шалва, я был просто в восторге от этого пансионата. Просто в восторге. А какое место, какой воздух, какой ремонт, какая красота, а какие условия, а коридоры, как хайвей. Слушайте, сейчас расскажу. Значит так, иду я по этому хайвею, вот, то есть по коридору, иду в кабинет директора. И вдруг я посмотрел направо. И что я вижу? По коридору идет, точнее, не идет, а плывет. Летит. Вот такая высокая, голубоглазая блондинка лет 70. Как лань горная. Весь коридор в ее сторону смотрел. Вот. Папа, поверь, мы же желаем тебе добра. Учтите, дед Шалва, что питание там аж четырехразовое. Четырехразовое. А ночью? Что, мне с голоду умирать? Еда, питье бесплатно.
Развлечения бесплатно. Если там такой рай, зятенька мой, почему бы тебе самому там не пожить, а? Чтоб не мучиться на складе и не таскать эти коробки. Чёртовы, что ты там таскаешь? Я сам виноват. Какого хрена я привел жену с отцом? Женился бы только на дочке. Поверьте мне, как врачу, Бетано Шалва, каждому человеку необходим покой и отдых. Я и так очень спокоен. Вам нужен отдых, а покой это нам. Папа, там ты ни в чем не будешь нуждаться. Красивая природа, чистый воздух, комфорт. Ни в чем? Не буду нуждаться? Нет. Wi-Fi? А Wi-Fi? А wireless? А Найт-клаб? А Глинтвейн? Не продолжать? О, боже. И почему именно это церование? Что, в Тбилиси сгинули все пансионаты? Нет, но пансионат церование единственный в своем роде, где-нибудь потребовали характеристику. Интересно мне, кому же из вас первым пришла в голову эта гениальная идея упрятать меня в пансионат? Кто первым решил, что Шалва Рабули лишний в этой семье? Я здесь ни при чем. Бетано Шалва, я разве посмел бы? Вы что, думаете, что я совсем совесть нам бы потерял? Или как его там говорится-то? Папа, ну как ты мог подумать, что я... Очень хорошо, я так и думал. Вот я сейчас пойду к этим Давидашвили и пансионат со всеми прибамбасами я их... Уча, братуха, если ты мне друг, загрузи сегодня машину сам. В чем дело? Завтра у меня важный день. Я веду ребенка в детский сад. Муже, какой еще ребенок? Да тестя отправляю в пансионат. Правда? Ты не волнуйся. Я все сделаю. Ты не утруждайся. Только умоляю, узнай, с какого возраста принимают в этот детский сад? Уча, ты это, тещу мамой называешь? Этого еще не хватало. Ты с ума сошел, что ли? С ума сошел? Видишь? Поставь ты на минутку эту коробку и сядь. Что это такое? Как мы, мужчины, неблагодарны, а? Ну что нам стоит назвать мамой человека, который вырастил для нас самую любимую женщину и передал нам, прямо вручил? Ну что это такое? Если бы у меня была теща, я обязательно назвал бы ее мамой. Ну, иногда я грешным делом называю. Называешь, да? Ну, иногда называю. Ай-яй-яй. Я пошел, ты знаешь куда. Привет, мальчики. Здрасте. Здрасте. Ника, да. Я узнала от одного из сотрудников, что ты недоволен зарплатой. Что бы вы ни подумали, что это один из сотрудников, я скажу, тоже недоволен зарплатой. Я тоже недоволен. Друзья, я хочу вам сказать, что у вас не такая уж плохая зарплата. Вся перспектива в ваших руках, между прочим. Несколько моих сотрудников уже приобрели дома. Вот. Да вы что? Да. Халбату Нулана, а может вы скажете, где эти сотрудники еще подрабатывают? Не обижайтесь на него. Ника устал и очень хочет спать. Почему, Ника? Потому что среди ночи...
Захотелось гоголя-моголя, и он включил миксер. Ему захотелось слопать 10 яиц. Твой тесть все еще с тобой живет? Сегодня да. Но завтра я отвезу его в пансионат. Вот. Пансионат? Прекрасно. Как мне известно, в пансионате прекрасные условия, четырехразовое питание. Да. Вот потому и будет ему сложно. Вы не знаете потом Шалва Мелитоновича. А сколько лет твоему тестю? 62. А он не слишком мал для пансионата? Его примут? Да, он мал, но так талантлив, что его сразу приняли. Да. Правда? Ну да. Ну что ж, мальчики, работайте. Как знать, может, я отпущу вас ненадолго. Правда? Да. Правда? А если не секрет, где вы собираетесь отдыхать? Конечно, на море. Море — моя стихия. Да, но я бы посоветовал вам горы. А это почему же? Скажу, на море комары, к тому же Ника тоже едет на море. Как бы он вам не помешал своими жалобами на низкую зарплату, поэтому мой вам совет. Постарайтесь. Спасибо, я учту твои советы. Но что-то не думаю, что я и Ника будем отдыхать в одних и тех же условиях. Вы правы. Вообще-то, тебе идет эта летняя форма. И, между прочим, можете сказать спасибо, на море в этой форме будете очень удобно. Спасибо! Ой, ой, боюсь, что ничего не забыла. Ой, по-моему, все я положила, что надо было. Значит, полотенце. И белье положила, майки тоже, сорочки, брюки, обувь тоже. Ой, бабуля, как я буду скучать по тебе. Очень буду скучать, Кажется, он джакузи берет с собой. Не переживай, папа, в пансионате тебе будет хорошо. Чистый воздух, щебет птиц, природа. К тому же и я, и Ника, и Нино. По очереди мы будем к тебе приходить, будем тебя навещать, так как в неделю можно прийти только одному посетителю. Да, папик, папа. Вот если там посещения ограничены, вы не приходите. Не утруждайтесь. Дайте возможность другим навестить меня. Ну, до свидания, детка Мари. До свидания, Ника Зитек. До свидания, Нино. До свидания. Мой дорогой, мне очень жаль, что из нашей семьи, из моей семьи уходит жить в Сараванский райский сад человек, который всего несколько месяцев был у нас. Но мы никогда не забудем вас и ваше, так сказать, оригинальное поведение. Мы обязательно будем вас навещать, дядя Шалва, дорогой. Шалва Мелитонович Арабуле. Так, друзья, поторопимся. Не дай бог закроют этот рай. Не дай бог. Это очень будет неудобно. Ну, я пошел, детки. Будьте благоразумны. Не шалите и слушайтесь бабушку. На этот раз терплю это. Ну, пошел. Батуна Шава, поскольку я безумно буду скучать по вас, не соблаговолите вы оставите мне что-нибудь на память? Что оставить? Ну, часы Rolex. Заметьте, мои часы Rolex.
Спасибо. Ну? Я пошел. Это чтоб... чтобы скорее вернуться. Ну, прощайте. Всего доброго, Мелитонович, с Богом. Пошел я. Папа, папа, я подержу. Это я подержу. Да-да. Конец нашему кошмару. Да, кто теперь нас будет веселить? Разве что Нино в пятый раз выйдет замуж. Ты заметила, когда мы уходили, он провожал нас таким печальным взглядом, что у него прям комок в горле застрял. Папочка, слезы, да? Какие слезы? А котлета? Как только мы приехали, он тут же кинулся в буфет. Какой он смешной, очень хороший, мой папа. Знаешь, помню, когда я была маленькая, как-то один раз он пришел домой пьяный и подарил 1000 рублей 25-рублевыми. Да. И что ты купила на эти деньги? Ну, в принципе, ничего, к тому времени уже были лари. Да, завтра утром я обязательно позвоню директору и спрошу, как папа провел ночь. Интересно. Да, позвони, спроси. Если он скажет, что было тихо, спроси про остальных стариков. Обязательно. А, как тихо и пусто без тебя, папочка. Будто все замерло. О, Господи. Ой, не может быть. Ой, ой.